Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television. С вами Сафир 33, и у нас 24-я серия приключений Геральда. Ведьмак, дикая охота. Что ж, поехали. Так, давайте прежде чем идти на задание, давайте посмотрим наши параметры. Так. Меч у нас 130-158. Посмотрим, чем есть, могу служить? Объясню почему, потому что с нами будет сейчас задание достаточно сложное. Я хочу посмотреть твои товары. Которые мы можем просто просрать. Так как я играю на максимальном уровне сложности, оно для меня будет очень сложное. Давайте ремесло посмотрим. Может быть, есть что-нибудь. Серебряный меч какой-нибудь. Хороший. Вообще, надо чем-нибудь сделать, может быть, такого полезного. Все компоненты есть, плюс 7. Так, давайте смотреть. Плюс 13, нифига себе. А уровень какой? 11, нет. А вот уровень 9 подойдет нам. Но мне нужен серебряный меч. Какой-нибудь хороший. Ах, 37 нет, 12 нет. Уровень 1 нет, 21 тоже нет. Очень жалко. А значит, нам надо найти ремесленника, который бы нам сделал меч. Бывай. Так, давайте посмотрим. Чем могу на помочь? Что? У нее что-то более консервативное есть. К сожалению, нету. Бывай. Так, давайте посмотрим. Вот здесь у нас был мастер. И здесь у него было куча оружия. Давайте посмотрим. После первого прохождения осталось у меня впечатление от этой миссии. Очень такое сложное. Сейчас я даже не знаю, что будет. Да, теперь когда мы пробегаем овцу, сразу вспоминаем нашего ворожея. И за какие грехи наказали меня будет такой компания? Точнее, козу. Ой, слушайте, а у нас дождь же прошел, да? Дали, сука, себя обработать. Прошлый стрим у нас постоянно был с дождем. Так, ну что ж. Сколько у нас времени? Ой, у нас полночь. Так, давайте немножко на утро переведем стрелки часов. Солнышко, отлично. Так, слушайте, точно, заточку надо не забыть сделать. Мы сейчас вырвемся из положения. Так, слушайте, наверное, нет. Вот деревня Рудник. Да. Не в ту деревеньку прибежал я. Так, стоп. Здесь мы доску читали. Так, давайте смотреть, где он. А я ее спрашиваю, как этого пьяницу вразумить? Ну-ка! Мастер Ведьмак, не такой, подвесь. Ну? Так. Покажи мне свои товары. Так, это серебряный, плюс 61. Офигеть. Я бы купил. Во. Уже хорошо. Мастерский. Серебряный меч. Здесь плюс 40 уже. Так, ну стальное нас не интересует. Ну что ж, давайте-то попробуем. Вот плюс 40. 9 уровня купить, установить. Бывай. Объясню, зачем это делать, потому что миссия реально сложная.
О, а это мы можем продать за 566. Но? Но, так, деньги-то у тебя будут, но... 564. 239, да ты бомжара. Обворовываешь меня. Так, ладно. Бывай. По серебру мы прокачались. Я видел тебя в Изим. Варвар. Эссейон драйн айп макэйн. Так, 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 давайте теперь подойдем к кузнецу и, может быть, себе сделаем какие-нибудь новые доспехи. Потому что для сетов еще, конечно, маловато времени прошло. Нам нужен высокий уровень. Так, замок Бронницы. Надеюсь, все-таки у нас получится с этим Гошуа. Ласточка у нас нормально. Слушайте, у нас 4 бутылки осталось. Это, конечно, не дело. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Ты что такой стул? Шевелись! Так, ты что, останавливаешься? Как вырос, стану мальчик. Такс. Я наш кузнец. Видно, что ты человек бывалый. Давайте чем? Смотреть. Итак. Я хочу посмотреть твой. Не, нам не эти товары нужны. Так, давайте смотреть, что нам надо. Там на 9 уровень что-нибудь. Блин. Вообще ничего нету. Улучшенный доспех школы волка. Блин. Да, дела. Не очень-то все и как хорошо. Так, давайте смотреть, что дальше. Перчаточки. Так, 6 плюс 2. Ух, ё-моё, 30. О, 9 плюс 8. У нас вообще все есть. Перчатки следопыта. Так. 35 всего лишь сделать. Ну, давайте. Отлично. Так, давайте смотреть. Охотничьи сапоги. Сапоги убийцы. А, видимо, мы все... А, вот, смотрите, следопыт есть тоже. Так, здесь 11. Ну, следопыта можем за 27 взять. Еще было бы хорошо, конечно, броню. Так. Гамбинезон, Сударский. Не, ничего нету. Хотя вот плюс 7 можно взять. Но я думаю, что есть и лучше. Надо сейчас только посмотреть. Так, давайте глянем. Бывай. Короче, ничего у нее нету. Чем могу помочь? Что? Бывай. Тоже ничего нету. Давайте посмотрим, что у него. Покажи мне свой товар. Ой, слушайте, а здесь вот перечеркнуто. Это какой уровень? 10. Слушайте, вот с 10 уровня у нас прям мед поедет. Так, ну ладно. Оставим до 10.
Что ж, переодеваемся и в бой. Будь здоров. Давайте посмотрим. Ну, общее, в принципе, у нас увеличилась броня. Так, теперь нам надо поставить лунную пыль. Давайте поставим. Объясню, почему я знаю про эту миссию. Потому что, ну, до этого сейчас записывал стрим и, собственно говоря, 6 раз пытался пройти, не получилось. Пришлось все заново. Давай, давай, давай. Идем мы к барону. Ну и как? Ты готов? Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. Взять лопату. Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной. Гроза, мать ее. Что ж, двинули, блин. Имя ребенку дали? Да нет. Это зря. Имена — сильные магические печати. Это здесь. Отлично, это место выбрал. Да оставьте меня уже. Я, сука, знаю, что так не делается. Хорошо, что знаешь. Яма раскопанная и пустая. Что это значит? Что Игоша вышел на охоту. Смотри! Видишь, какой красавец-то, а? Так, ну мы должны его превратить в чура. Возьми его на руки, быстро. А если он разозлится? Он же нас мигом загрызет. Не повышай голос, а не то растревожишь его, пока он спокоен. Ни хера себе. Что ж будет, если он забеспокоится? Он перегрызет тебе шейную артерию, и ты истечешь кровью, прежде чем я успею тебе помочь. Скажи, если он начнет вертеться. Успокою его магией. Подними его, возьми его в руки. Боги мои! О, боже, красавец-то какой, а? На пришельца похож какого-то. Так. Вернемся в замок. Как? Прямо с ним? Кажется, ты хотел проверить силу легенды и обратить его в чура. Давайте всю дрянь тут соберем, которая есть. Бой у нас будет очень сложный. Не знаю, сможем мы возвратиться ли сюда или нет. Но рисковать не будем и соберем все, что есть. Так, пока Квен. Сразу масло против призраков. Ай, блин, слушайте, у нас улучшения по оружию пропали. И это плохо. Могу сказать, очень плохо. Так. Делаем себе квен. Делаем ирган. И началось.
черные призраки. Они чуют и Гоша. Твою мать! Ну помогает, я хочу сказать. Ой-ой-ой-ой-ой! Успокоился. Помогло. Но, а что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Ой. Такого хотел я развития. Я думал туда... Так, слушайте, друзья, я что-то не думал, что так все закончится, поэтому... Нет, блин, слушайте, ну так не пойдет дело. Не думал, я просто подумал, что можно будет убежать ближе к арке и там заточить точилом меч и улучшить доспех. Оказалось, все наоборот. Цири так и фигня. Не попала к эльфскому чародею. Ой, блин, опять сначала. Ну ладно, что ж поделаешь. Имя ребенку дали? Сначала не сначала, мы сейчас бы все пропустим. Это зря. Имена сильные магические печати. Отлично, здесь так здесь. Да, давай да, мы быстро да, все я... это пропустим. Так. Ну, блин, за пару секунд. Вернемся в замок. Так, прямо с ним? Опять все, кажется, обуем ты хотел быстро проверить силу легенд и обратить его в чура. Черт. Пойдем. Теперь я понимаю, что от барона отходить далеко нельзя. Давай. Так, что у нас все в наличии? Делаем, что нужно, тогда поговорим. Ха-ха. Какой нервный-то, а? Так, давайте, да, смажем, соответственно, маслицем от призраков. А то меня еще просто завалят здесь. Голодные призраки, они чуют и Гошу. Ох ты, ё-моё! Иди сюда! Малой кровью. Сейчас вырвется. Успокой его как-нибудь. Ой, слушай. Пипец. Так. В жизни у нас пока все в порядке. А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его залить под порогом. Если предания не врут, к следующему утру он превратится в чура. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Слушайте, а что у меня улучшение по оружию? Я что-то тупанул, видимо, в прошлый раз. Так, итак, давайте опять ставлю Квен, Ирден. Так, масло против призраков еще помажем на всякий случай. Так, здесь мы ставим лунную пыль. Ну, хрен знает. Все больше, надо спешить. Ну так давай! И гром. О, блин! Меня сейчас тут убьют нахрен! Одного нету!
Ай-яй-яй-яй-яй! Слушайте, я сейчас убью! Так, лечимся, лечимся, быстро лечимся. Смотрите, сколько статусов у нас. Ой, блин. Еще одного нету. Квен, быстро. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, мяч. О, блин, блин, блин! Назад, назад! Ласточка, фигня! Блин! Что делать-то, а? Гни, да? Ну, что делать? Ах ты гни, паршивая! Тварь подзаборная, где-то есть. Ой, блин. Слушай, теперь я понял свою ошибку. Так, а ошибка была в том, что у меня кончилось масло против призраков, которое я так активно использовал. Так, давайте ласточку еще одну выпьем. Ой, у нас отравление. Ты выбрал имя? Нет. Ну так придумай какое-нибудь, это важно. Ну, это девочка. Как Анна хотела бы ее назвать? Фак. Так, и у нас не ясно осталось. Так, давайте теперь следующее. Нам нужен белый мед, чтобы снять отравление сильное с Геральда. Так. Пьем белый мед, сняли отравление. Бутылка воды у нас есть. Давайте вместо бутылки воды что-нибудь еще поставим. Что нам больше всего дает? Свинину дает, да, точно. Значит, давайте свинину ставим. Но пока. А, слушайте, мы прошли. Кто теперь? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его, и признаю дочерью. Нарекаю тебя, да я. И признаю точно. Хорошо. Теперь зарой тело. Что теперь? Через сутки Дея должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но ребенок-то мой, я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Ух ты, 120 опыта получили. Так, что нам надо? Просто посидит. Взываю к тебе силой крови и заклинаю именем. Услышь.
и приди на мой зов, Дея. Укажи мне дорогу к своим кровным родичам. Ты так быстро летаешь? Где плотва? Охренеть. Так, у нас чур получился. Но! Наверное, проще бежать за ним. Льет, как из ведра. Колдовство! Меня жопа склеет, если... Колдовство. Не убивайте. Куда ты полетел, дружок? Ух ты, ё. Трупоеды. Так, что у нас есть? Так, давайте, наверное, маслица. Ах ты, гнида. Ах ты, гнида. Слушайте, меня сейчас замочат они тут. Ах ты, блин, нифига себе. Охамел, что ли? Тоже гнида. Тваря. Так, где он тут? А, все, нет. Что ж, дальше бежим. Слушай, нам надо в Белый сад попасть, свиней порезать, а то с них хорошо прям прибавляет. Так. О, похоже, там не лаванду держали. Может, стоит туда заглянуть? Браслет. Наверняка его обронила одна из них. Подкова. С молокуром не хватило бы денег на коня. Одежда? Здесь кто-то переодевался? Обе были здесь. Значит, я иду правильно. Так, а в дом-то сам зайти можно? Она хочет показать мне что-то еще. А, дальше побежали. Кто? Эндриага. Так, тогда давайте. Так, манимагические, огры, гибриды, дракониды, призраки, инсектоиды. Слушайте, а это не Эндриага, работница, это просто Эндриага. Дракониды. За них мутагены тоже дают. Греха подальше надо. О, кстати, давайте сохранимся, можно? Можно, отлично. Далеко бежать-то, а? Твою мать, это что у нас? Блин, это эти вонючки. Ой, гнильцы. О, блин! Здесь уже побывали трупоеды, но все равно стоит взглянуть.
Да блин, что ж у меня так это... Блин, еще и еще! Охамели! Ох ты, ё-моё, надо еще свинину съесть. Слушайте, сколько можно? Смотреть труп лошади. Так, вроде бы все. Что у нас тут? Кости лежат тут уже какое-то время. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливее. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолокурне. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. Так, у нас дальше. Похоже, след ведет дальше. У нас одна свинина осталась. Блин, опять там кто-то впереди. Собаки. Дерьмовая фишка-то, а? Нет, еще хуже, волки. Так, давайте против зверей тогда. Ах ты, гнида. Так, а с тем мясом мы возьмем. Давайте, а где у нас вообще мясо? По идее, много же должно быть. Это 13 кусков, ну, в принципе, хватит. Вообще, озаботиться тем, чтобы все-таки мяско пособирать. Черт! Уже готов. Собачье сало, надо все это продавать. Еще здесь два. Готово. Что ж, двигаем дальше. О, стоп. Так, видимо, пришли. Рыбацкая хата? Наверное, он хочет, чтобы я осмотрел это место. Так, в бочечке что-то интересное есть. Да не надо зажигать. А, да что ж ты делаешь-то? Так, кто-то меня уже заприметил. А кто это? Идите в другую комнату. Чего вы у нас забыли? Наша хата с краю, ничего у нас нет, ничего не знаем. Удобно. Мне нужны сведения. Я ищу двух женщин. Жену и дочь кровавого барона. Никого тут не было, сударь. Может, хоть мимо проезжали? Девушка невысокая, лет 20. Ее мать худощавая, под 40. Видели их? Это ж она к нам ночью приходила, а, мам? Тихо, сынок. И
Я хочу помочь этой женщине. Ей может грозить беда. Он никого не видел, сударь. Это же ребенок. Привиделось ему. Вот я и хочу узнать, что ему привиделось. Ну, малец, кого ты видел? Кто здесь был? Дядя привел ночью эту барышню, которая из лекарей. Очень она боялась. Говорила про страшное чудище. И что надо вернуться. Не знаю куда. Дядя с мамой ее успокоили и дали ей новую одежду. Потому что ее сильно истрепалось. Вот так вот. Куда делась девушка? Твой сын сказал столько, что нет смысла отпираться. А вы, сударь, не похожи ни на кого из людей ее отца. Потому что я не из них. Я ищу Тамару и ее мать. Мне надо убедиться, что они живы и в безопасности. Тамара-то, небось, сидит у моего брата в Оксенфорте. А с госпожой Анной тут другое дело. Хотя ей, наверное, всюду лучше, чем во Вроницах, у господина барона. Почему? Так он ее лупил, сударь. Госпожу Анну, значит. Все об этом знали, но никто пальцем не пошевелил. Что стало с матерью Тамары? Вот как было дело. Я ждал их в старой смолокурне. Привел коней. Лютый был холод, а темно так, что я на два локтя ничего не видел. Месяц стоял высоко, а они все не приходили. Я уж бояться начал, что их какое-нибудь лихо утащило. Но, наконец, они явились, и отправились мы в сторону реки. Тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь. Я решил было, что мне башку оторвет. А вдобавок, эти здоровущие птицы, их целые тучи кружили над лесом. А крик такой подняли, что аж в ушах звенело. Госпожа Анна крикнула и скорчилась. Тамара взяла ее за руку, и я увидел. На ладонях у нее пылали знаки. Сатанизм, блин. Какие знаки? Ну, такие, будто ей кто железом выжег. На ладонях, изнутри. Выжег? Как клеймят скот? Ну да. Только эти знаки были не почерневшие, а раскаленные, точно живым огнем светились. Так, это интересно. Давайте смотреть дальше. Хорошо, и что было дальше? Стемнело еще пуще, словно кто все звезды погасил. В одну минуту сверчки утихли, а из лесу вдруг такой рык раздался. Меня холодный пот прошиб. Я дух перевести не успел, как из чащи. Выскочило чудище. Огромное, что твой сарай, рогатое. И глаза горят, как раскаленные угли. Я-то думал, конец мне. Только чудище бросилось на коня госпожи Анны. Башку ему оторвало, а саму ее в лес унесло. Наши кони, значит, мой и барышни Тамары, переполошились и понесли, куда глаза глядят. Только потому мы избежали. Тамара хотела вернуться за матерью, но, на счастье, жена ее отговорила. Убедила, что одной ей ничего не сделать. Так, все интереснее становится. Зачем ты вообще им помогал? Ты же здорово рисковал. Должок у меня был перед барышней Тамарой. 3 луны тому назад сын мой лежал в горячке, и мы уж думали, что не выживет. Тамара об этом проведала, принесла еду и лекарства. А то у нас нужда такая, что в доме шаром покати. Что тут скажешь? Спасла мне парнишку. Сам бы я не решился помогать, но жена мне сказала. Настал час войны и презрения, час вражды человеческой. Теперь должно за добро добром платить, потому что кто стоит без дела... Тот все равно, что зло творит. Ты женат на умной женщине. Жаль, вот только госпожу Анну не спасли. Спасибо тебе за помощь. А с тетенькой? Все с ней будет хорошо. Я сделаю все, что смогу. Так, ну что же делать? Значит, здесь кончается наш общий путь. Благодарю тебя, Дея. Иди с миром. О, 240 опыта. Нифига себе. Так, друзья, у нас 574.
Зашибись. Так, давайте посмотрим. Там у нас что-то есть. Так, давайте. О, у нас здесь даже танки вопросы есть. Прям три. Офигеть. Значит, надо сюда. И, кстати говоря, надо пошариться, что у них там дома-то есть. А то, блин, умные такие. Вон там шкафы светятся. Да ты тут зажиточный, я смотрю. Охренеть. Скрыть хотел от меня. Так, нам как раз водички не хватает. Слушайте, у нас пива полно. Давайте пиво пить. Что мне с ним делать? Да, но вот некоторое пиво можно и продать по 6, по 6, по 7. Клана оставим пока. В барах надо пиво продавать. Так, давай-ка шкафчик. Так. Водой там, ну это утопцы скорее всего плавают. И плавают, конечно же, они там, где знак вопроса. О, сундук. Давайте смотреть, может что-нибудь. Так, нет, нет, нет. У нас новая книга, которую мы читали. Там, кстати, книги будет тоже хорошо продать. Там много развелось. Так. Давайте ставим на... А, у нас и так поставим. Там отметка была. На знак вопроса и вперед. Так, стоп, а лодка-то где? Надо лодки еще бежать и бежать, ладно. А, вон. Красота. У нас утро, рассвет. Так, военные трофеи здесь. Так, мы любим военные трофеи, так что садимся и катим в их сторону. Опа, на, стоп, назад, назад, назад. Три. Так, ставим серебряные стрелы, чтобы с первого раза хотя бы мочить. Там девятый уровень плывет, между прочим. А, ну, все нормально. Так, что возьмем? Давайте касатку. Мы все равно будем спать, поэтому мы можем себе позволить такую радость. А что-нибудь зеленым прям светится. Ох ты ж, красота-то какая! А что зеленое это все? Потемневшие ключи и цветы взяли. Трава какая-то. Роголистник. Нифига себе. Странное такое свечение. Откуда свечение-то? Почему скелет светится? Не могу понять. Так, давайте всплывем. Что мы взяли там? Минус 25 взяли. Ужас вообще. В общем, толкового и путного у нас вообще ничего нету. Так, давайте тогда на лодочку. Сохранимся.
Так, здесь у нас второй знак вопроса. Человек в беде. А это значит, что, скорее всего, здесь есть люди. Самые гнусные, с кем приходится драться нам. Так, давайте картечь и саном пока используем. Так, у нас стоит, регенерация стоит. И яд повешенного улучшенный. Очень хорошая формула. А вон они уже. Уже ждут меня, блин. О, блин! А чё так круто-то? Слушайте, я, наверное, не выведу их из строя. Он меня с первого раза мочканет. Да, слушайте, долго я буду его мочить. Наверное, не стоило нам сюда подходить. Ох ты, ой-ой-ой. Да, слушайте, рановато мы сюда зашли. Если бы их было два, я бы еще, наверное, бы покочевряжился и хоть как-то их замочил. Но когда их там четверо или пятеро, это уже, конечно, нереально. Только потеря времени. А награда, она, ну, того не стоит. Так, и тогда у нас остается этот знак вопросика. И потом мы вернемся к барону. Так. Здесь прям целый такой этот поход по значкам будет. Так, ну давайте, ладно, поплыли. Ну-ну-ну, ты вставай, садись, вставай, блин. Задний ход. Ну давай, выруливай. Да, до этого, до первого двигателя нам всего лишь 800 лет. И все фигово. Надеюсь, мы проплывем под мостом. Не получилось. Так. Слушайте, ну давайте мы опять сохранимся. О, лагерь бандитов. Ну, час от часу не легче, но ладно, ничего не сделаешь. Давайте санум, картечь. И, наверное, что-нибудь вылечиться нам надо. Свининка. Так, плюс... Масло надо, яд повешенного. Квен. Так, а здесь, наверное, картечь. Но они у меня же ждут. А, лучник! Гнида! Опа. Ох ты ж, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то нехороший-то, а. А ты чё думал? Я просто так, что ли, один на троих нападаю? Ох ты, гнида, блин. А это вожак. Ха-ха-ха!
Ух ты, блин, на тебе. Козел. Так, надеюсь, что-нибудь достойное у вас тут есть. Так. Наверху, видимо. Дозорного прибили уже давно. А вообще ничего нету. Охренеть. Так. Тут у нас вид. Такой нехилый. Что ж. Предлагаю пополнить запасы. Так, давайте до ближайшего деревни дойдем. Вроде, да, обитаемая. Деревня Залипье. Слушайте, ну здесь надо тогда уж пошариться по всей деревне. Тут вон уже этот ломится от продуктов все подряд. Так. Блин, что мне это пишется? Нужно получить сейчас. Ой, нелегко. Блин, такой дом большой и пустой. Кославе все не может. Лоб у ней как печка горячая. Слушайте, ребят, вы чё вообще настолько плохо живете, что даже взять нечего. А им не едой платят. Ты знаешь, чем приходится платить за их помощь? Кровью и дурными снами. Вот, доска объявлений у нас тут. Слушайте, я два раза взял одно и то же, это как понимать? Этих головорезов защитит. Ну кто? Так. Я детишек вчера по грибы послала. В лес! Одних? У нас, понимаешь, больно много ртов кормить надо. Что ж ты за мать? Это теперь сами. О, первый дом, где что-то лежит. Хрень какая-то. Веревка. О, богатый дом. Видимо, он, блин, из других домов предметов понатырил к себе все. Тут все кашляете-то, а? О, девочка. Я что, знаю, кто ты такой? Ну давай узнаешь. О. Так, еще бутылку воды, да? Так. Туда мы сейчас подойдем. Давайте еще. О, здесь еще. Мастер Ведьмак. Недалеко от Подлесья. В ротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая, чудищ там водится. А много вы, значит, ну, чудище, понимаете, того. Этот аж побледнел от голода. Так, слушайте, ну... Вроде бы немного еще осталось. Хотя собрали неплохой урожай с деревни.
Он такой урожай. Рэкет жесткий. Так что? Сейчас привезут мешки с мукой для победителей. Никто не хочет испытать. Не разорваться же мне. Нам потом надо будет дополнительные задания повыполнять. Может, все дома охота побороться со стаком рыбожоном? Бессердечный ты человек. Ой, верно ты выглядишь. Который месяц, все та же песня. Слушайте, ребята, опять ничего нету. А мне до этого дела нет. Вон из моего дома. Нифига тут у вас, слушайте, ну вообще прям. Видимо, тут весь товар просто вынесен из дома. Но много его прям. Вон там еще что-то. Так, подождите, давайте карту посмотрим. Так, возвращаем. О, за домом еще, нифига себе. Ну, прям повезло. Ой, еще здесь. Слушайте, ну вы вообще богачи. Так. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Так, теперь давайте зайдем. Пап. Так, приказом коммен... А, ну это у нас то же самое все. Ух ты, наверх. Что я такого не помню. Сундук, нифига себе. Ух ты, ё-моё. Неплохо. Это у них наблюдательная башня здесь. Бывал, что в базарные дни сало на телегах. Так и ты, ведьмак страшил. Куда вы так спешите? Так, давайте посмотрим, можно ли ему продать пивко. Приветствую. Покажи свои товары. Сколько он за него даст? 3 даст, охренел. Бомжара. Бывай. Тоже здесь ничего нету. Кажись, у меня чесотка. Как тебя коронные люди кнутом проучат, не будешь такой задачей. У нас доска объявлений. Такое огромное объявление висит. Скоро война. Люди добрые. В том месяце я видел, как по небу летала дикая охота. Это знак, что скоро война, а с ней придут болезни и другие несчастья. Молите богов о помощи, потому что без их заступничества мы сгнием. Милка. Совет от знахаря. Люди добрые, если от голода у вас сводит живот так, что вы ни о чем другом и думать не можете, нарвите свежей мяты и хорошенько пожуйте. Ее сок успокоит брюхо, и вы сможете дотерпеть до следующей еды. Дануся, приписка. И сивуха тоже помогает. Зенек. Пара слов о приползне. Пусть все знают, что приползень, погонь и сволочь одалживает и не отдает. Законов божеских и человеческих не признает. Невинных дев развратить пытается, чтобы его утопцы под воду утащили. Так, а здесь уже что-то поинтереснее. Чудовище в усадьбе. Люди добрые. В моем фамильном имении усадьбы Риардонов завелись чудовища. Весь дом и округа ими кишат, так что туда заглянуть-то страшно. Не то, что там поселился.
Дом этот единственное, что осталось у меня в жизни, а потому прошу милости, если кто захочет помочь старой женщине в беде, пускай заходит ко мне, взамен же получит вечную мою благодарность. Долорес Риордон. Так, ладно. Заказ на боги знают на что. Люди добрые. Я тут в лесу наткнулся на непонятные следы. Не представляю, кто их такое оставил. А я не первый год в этих краях охочусь. Вы меня знаете, я попусту трепать не стану. Но то, что я видел, ничего хорошего не предвещает. Так что держитесь от леса подальше. А если припечет, ходите там осторожно. Если же кто-то видел или следы распознать сможет, заходите ко мне, дам в награду. Охотник Залипья. Заказ. Заботы могильщика. Люди Залипья и из округи. В голову не берите заходить на кладбище, потому как лихо жуткое там обустроилось. Могила раскапывает и другие злодейства учиняет. А тут начало и на тех, что по земле еще ходят, бросаться, и Мельникова ребенка утянуло. У такого хоть капля ума есть, держитесь оттуда подальше. А кому боги дали сил и умений, пускай чудище убьет, а награда ему уже... приготовлено. Три задания, офигеть, супер. Так. Ты есть тот ведьмак, страшила? Я у себя в носу кое-что находил. Мы сохраняемся. О, у нас тут еще один продавец. Чего? Покажи свои товары. О, у него картишки есть. И новая книжка. Так, давайте картишки посмотрим. 20, 50. И ничего у нас этого, кстати, нет. 50, 50 и 10. Так, объем сумок 30. Интересно. Бывай. Так, теперь давайте зайдем в наш рюкзачок. О, слушайте, тут эта книжка для задания. Тристианна и Изидор. Тристианна и Изидор. Марк Корванлей. Тристиане до смерти надоели поучения матери-наставницы. Вместо того, чтобы надевать теплые анучи, она любила ходить босиком. И боже, и больше жесткой Васеница любила батистовые кружева и батистовое белье. Лишь только наступали сумерки, и послушницы смиренно направлялись на вечернюю молитву. Она тайком выбиралась из святилища и бежала к заливу, где уже ждал ее Изидор. Веселый дьявол, хоть и толстый, как бочка, и с копытами вместо ног. Полюбился Тристанья, как никто другой на свете. Ради него нарушила она обет и воспротивилась воле семьи. Знала она, что едва союз их будет раскрыт, как Изидора, так и ее саму ждет костер, а потому втайне готовила побег. Ну, странно, что книжка, она как бы не... не до конца. Давайте смотреть еще что. О, так, ну это у нас задание. Это мы только что читали. Интересно. И интересно. Так, давайте перейдем. Нам надо свинины. Белый сад пока выйдем. Давайте здесь. Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изи. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Так.
у нас деревня Белый Сад. Здесь мы сейчас нарежем мясо себе. Вот два стейка стоит. Что? Ну! Отлично. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. А здесь, смотрите, вот тут так светло, небо голубое. Вообще просто супер. Очень редко бывает плохая погода. Одна радость гулять здесь. Так, давайте искать свиней будем. Где-то мы их там видели. Во-во-во-во. Эй, ты куда полез-то, Геральт? Болтаешься тут, словно говно в прорубь. Слышь, ты, блин. Да, блин, я уже твоих свиней порежу. О, да, свинина. Сало. Не, мне шкура не нужна. Слушай, ты зачем эти свиней держишь здесь? Фигня какая-то, а? О, еще тут целое стадо. Я хочу свинины, блин. Так. Ну, смотрим. О, свинина. Еще свинина. И еще свинина. Вообще супер. Это верно. От тех сливок у меня болит. Прямо радости жизни. Так, давайте смотреть, где еще свинину-то можно нарыть. Так. Сверху-то мы не увидим, наверное. Не, не увидим. Вряд ли уже где-то здесь что будет. Ну, вроде бы как все тогда. На полях Нильфгаардской страны Эмир император наделал. Так. А может, вы бы нас от злака избавили? Ну да, здесь тоже вообще ничего нету. Урод. Ты экс. Ведьмы, с которой у Цири случилось. Так, ну что ж, к барону теперь. Старую знакомую Кей Румец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась Ой, слушайте, мы хорошую погоду с собой привезли, офигеть. Конечно, здесь природа, она такая, пожелтевшая, в отличие от Белого Сада. Раз, два, три, ведьме в глаз смотри! Раз, два, три, ведьме в глаз смотри. Нормально. Ворожей хочет просить об услуге. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. А помните, этот старик говорил, что вообще, как бы... Никаких дядов вообще не будет в этом году. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды.
Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. По поводу сегодня полночь, я не знаю. Так, слушай, пока ты здесь, давай посмотрим. Дайте мне покою! Ах ты бомжара, а. Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. Ой, ишь ты, блин. Из глаз долой. Что ж, давайте к барону. Трахаться. Где барон? Посмотрел на карту. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Кажется, не имел чести. Меня сержантом называют. Понимаешь, прозвище такое. Еще с армии. С тех пор, как я служил с Филиппом, с бароном, значит, под знаменем Тимерии, у меня тут вопрос появился. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Я в стаканчик накатил. Водки у тебя часом нету? Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Какая она тогда была счастлива. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекане их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости. Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота.
тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на Новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего, но я нашел ее след. Ну и чего тогда ты ждешь? Что ты расскажешь о Цири, как договаривались? Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири! Поди сюда! Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Я не ведьмачка. Просто я там выросла. А мечом машешь так, что я бы даже поверил. А в эликсирах ты тоже понимаешь? Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игрин. Никому твои крестцы не интересны. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Ха-ха-ха! А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался. Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Блин, если я сейчас просру, то значит меч потеряю. Нет, так дело не пойдет. Надо будет переместиться сразу. Со старта на финиш. Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, ой-ой-ой! Удиви нас! У нас гонки. Ну что ж, поскакали. Ну давай, давай, давай. А ну покажи ей! Энергия-то у лошади-то заканчивается. Блин, а. Нашей лошади электричество заканчивается, батарейки садятся. Твой меч почти мой. Не дождешься. Все, меня объедет, это конец будет. Конец, конец, конец. А было понравилось? Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Ишь ты, блин, какая сволочь. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову.
лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага, какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Я не сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Так. Ну, давайте... А, слушайте, давайте позадаем вопросов. Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы. И херо знает, что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронецы просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Темерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну, перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. Ну ладно. Прощай. Дырка так дырка. Так, мы не можем сохраниться. А, вот. Ну что ж, друзья, это у нас была 24-я серия. Смотрите нас далее, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, до новых встреч, пока!